Мур, привет, друг, это Зверько, а ты здесь, наверное, за качественным обзором на нового героя. Да, есть тут герой у меня, Сильвана. Тише, я знаю, что это не оригинальное имя. Также и у меня есть тёзки, и у тебя. Но еще хохма в том, что в Варкрафте Сильвана пишется как Сильванас, Windrunner, а у нас здесь Сильванна. Ну ладно об этом, давай о хорошем. Мне понравились эффекты навыков Сильваны. А вот сами навыки оставляют вопросы. Итак, пассивка. Автоатака Сильваны наносит магический урон, а урон вычисляется 100% физической атаки плюс 35% магической силы. Снижая их магическую защиту, полный стак 20 единиц, держится метка 5 секунд. И когда метка полностью настакана, навыки Сильваны наносят 30% дополнительного урона, и в описании сказано, что навыки подрывают метку. Но пока этого не происходит, как я вижу. Вообще, у Сильваны высокая скорость передвижения, а навыки подвязаны под магическую силу. Я считаю, что бонус магической силы нужно увеличить для автоатаки. Первый навык. Сильвана делает удар копьем, пронизывая противника и оглушая первого врага на 0,8 секунды. После попадания в цель, скорость Сильваны возрастает на 40% продолжительностью в 2 секунды, и она может прожать навык еще раз. После второго нажатия она совершает рывок вперед с ударом наотмашь, то есть в верной области. Прыжком можно пересекать препятствия, происходит он быстро, жаль, у навыка урон небольшой. Второй навык. Выглядит красиво. Сильвана пронизывает противника и потихоньку притягивает их к центру копья. Генерирует на себя небольшой щит. Пронзание наносит несколько ударов, и этих ударов становится больше, если собираться на скорость атаки. Как по мне, навык не очень. Из него можно убежать даже пешком, не говоря о том, что нынешняя мета почти вся имеет прыжки, а Сильвана остается на месте с вытянутой рукой. Но этот навык – основной способ настакать метки пассивки. Урона наносит он не очень-то и много. Ульта. А вот где красотень. Подобно Гатоту, Сильвана подготавливает прыжок, приземляясь, раскидывает небольшую арену, привязывая противника, который был ближе всего к центру. Привязанный противник не может выйти за пределы круга, по крайней мере пешком, в течение 5 секунд. Кроме того, находясь в кругу, Сильвана получает плюс 50% к скорости атаки. Радует КД 30 секунд. Что можно сказать? Особой синергии между навыками я не вижу. Тем более, мне не нравится второй навык, потому что приходится стоять. Это будет как с ранним бадангом. Можно просто пешком зайти Сильване за спину и дать по щам. Достаточно интересная ульта и достаточно удобный первый навык. Но в рандоме чувствуется, как Сильвана с трудом начинает мяч. Что сложно для бойца, когда у нас есть Алукард, Тамус и Дариус, которые достаточно опасны на ранних этапах. Пиши в комментариях, что ты думаешь о новой героине. И не забудь подписаться на канал. Скоро видео с обновлением. Удачи, друг! Тупый яд, но так ушел мертвый отряд, а не жив.